23 марта 2016 года состоялось учредительное заседание, посвященное формированию научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный». В совещании приняли участие руководитель учреждения, координаторы кластера, ректор первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова, академик Российской академии наук, профессор Богненко Сергей Федорович, руководитель учреждения, участника кластера, исполняющий обязанности ректора Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, профессор Иванов Дмитрий Олегович и руководители учреждений будущих участников кластера. В рамках заседания Сергей Федорович Богненко анонсировал проект развития кластера и состоялась церемония подписания официального соглашения о намерениях. В состав кластера изъявили желание войти 12 учреждений. Северо-Западное отделение медицинских наук. Российский орден Трудового Красного Знамени, научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Вредена. Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт имени Бехтерева, научно-исследовательский институт онкологии имени Петрова, Институт экспериментальной медицины, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Петербургский институт ядерной физики имени Константинова, Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики, Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I. Научно-образовательно-медицинский кластер сформировался на основании давних прочных связей его участников в совместных научных исследованиях и сотрудничестве в области образовательной деятельности каждого. Участники кластера уверены, что их совместная деятельность в области науки и образования улучшит качество подготовки специалистов и повысит научную результативность.